Так, сегодня мы меняем подушку двигателя правую на Deonex 16-клапанный с кондиционером. Подобраться очень непросто к этим болтам. Мы откручиваем два болта, которые они очень хорошо доступны. Вот они. Вот фильтр не обязательно снимать. Ну, можно уже вот этот воздушный кожух снять, пластмассовый. Будет гораздо удобней. В общем, два болта на 17, вот эти вот, две гайки. И два болта на 14, вот они. То есть они вот так стоят. Надо брать карданчик и 14 откручивать. Так будет удобней. Далее. Мы машину уже задонкратили. Вот я задонкратил машину. И чтобы нам опустить движок, чтобы он нам освободил подушку, мы подставили вот такую подставку. У меня вот такая вот подставка. Пенек подложил. Сейчас будем опускать донкрат. То есть пенек ее поднимет кверху двигатель. И значит подушка ослабнет. Ее можно будет свободно откручивать. Сейчас мы это будем делать. Вот это мы уже все сделали. Все, освобождаем. Опускаем. Так. Подопустили. Двигатель у нас заметно приподнялся. Вот он. Лег двигатель. Так, я снял еще колесо, потому что начал опускать, и колесо начало упираться. Двигатель вроде как зафиксировался в одном положении, приподнялся, но дальше не идет. В общем, мы сняли колесо. Начинаем опускать. Вот видите, двигатель приподнялся. Подушка у нас тоже подосвободилась. Но пока еще непонятно. Вот она. Вот она. Но еще непонятно. Надо ломиком, наверное, ее потом будет еще оттопыривать. В общем, все, поехали дальше. Так, мы открутили подушку, и она упала у нас она вниз, туда. Ну, то есть, где она стоит, в этом месте. Вот она просто вот так вот вниз опустилась. Вот так вот вниз опустилась. И кое-что оттуда выпало. Вот она целая, да? А у нас ну такой кусочек резиночки выпал. То есть ей уже вообще трындец давным-давно, оказывается. Вот она как съела ее. Вот. Ну, что, будем сейчас пытаться ее ломиком. Так ее не вытащишь. Надо будет двигатель чуть-чуть сюда подать и попробовать ее вытащить. Так, ну вот, мы взяли ломик и воткнули его между подушкой. Блин, так не видно. Между подушкой и тем креплением, где мы есть. И вот смотрите, легким движением, вообще даже не упираясь, двигатель прям свободно ходит. То есть подушку вытащить сейчас вообще очень даже легко. Так что сейчас буду вытаскивать. Снимать я не могу пока. Вот, будем пробовать вытаскивать. Так, мы вытащили нашу подушку. Вот она в таком хорошем состоянии, в кавычках. В общем, что? Обошлось без ломика даже. Ну, чуть-чуть ее поддали. Подушка снимается через низ, через компрессор. Через компрессор, то есть надо ее через шкив вот подать вон туда, туда и вниз. То есть не сюда, а вот туда. Вот, и тогда подушка вылазит. Вот сейчас будем ее запихивать. Конечно, все непросто, одному сложно. Но в таком состоянии, думаю, мы ее вовремя поменяли. Вовремя поменяли, да. Будем менять, запихивать. Так, ну что. Кстати говоря, подушка залезла прям моментально. Просто надо было знать, откуда ее доставать. В общем, засунуть-то мы ее засунули, она стоит на месте. Но вот поднять ее, я вот взял такой крючок, чтобы вот отсюда его приподнять и прихватить гайками как раз на 17, ну и на 14 тоже. Вот, и начать уже все затягивать и опускать. Так что вот так вот можно поменять подушку на двигателе 16-клапанном с кондиционером, с компрессором. То есть на тех, у кого компрессора нет, у кондиционера гораздо все проще. Там надо, ничего не надо придумывать. А вот здесь, вот он сам компрессор. И вот, короче, оттуда, с той стороны, со стороны пассажира, засовывается подушка идеально.
Вот у нас такая подушка раздолбанная была. Как я ездил, я не знаю. Ну, вибрации и вибрации, уже привык. А это решил, думаю, ну пора, наверное. Вот и пора. Так что так вот. Информации не находил больше никакой в интернете. Решил сам снять обзор. Может, кому будет полезно. Все, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, ну вот мы едем на машинке. Блин, я такого никогда не ощущал, конечно. Изначально, наверное, подушка была уже порвана, когда я купил. Ну, после девятки, конечно, я сел. Естественно, для меня уже иномарка. Даже если там вибрация какая есть, не вибрация. Ну вот сейчас вообще ни вибрации, ничего, прям вообще идеально. А то какой-то треск раньше здесь был, какое-то что-то трахтело, блин. А сейчас вообще идеально. Короче, смотрите, подушки меняйте.